Здрасте. Кто кролика доедает? Кролика любит просто страшно. Страшное дело как. Редко достается Алисе кролик. Но если достается, то все. Белый, не подходи. Ты свой кусок кролика уже съел. Аппетитом! Алиска хрумкает кролика. Все. Ну что? Теперь можно и поспать. Хорошо поела. И что? В принципе, может поиграться. Ну что, ты разучилась бегать? Нет. Но в скорости малек. Конечно, проигрывает, да. Гроза двора. Далеко ты не убежала. Очень забавная ситуация, когда белый зарывает свою нычку. Вот она под деревом. И его застукала Алиса. Интересно, что сейчас будет. Я такое вижу первый раз. Я даже не знаю, белый, что тебе делать вот в этой ситуации. Прям как в вестерне. Перед тем, как стреляться. Противостояние взглядов. Белый, я бы перепрятал. Алиса подглядывает. Явно уже все поняла. Ну, делает вид, что нет. Все хорошо. Никого не беспокоит то, что белый носом землю зарывает. Так. Ну, нашла. Может быть, хотя бы не возьмет. Потому что не ее. Так, смотрит, есть ли там еще что-то. Я, например, знаю, что больше ничего нет. Белый, что ты скажешь по этому поводу? Я думаю, лучше надо прятать. Или, по крайней мере, не прятать в присутствии лисы. Ну, у нас холодно. Пойдем. Да.
У всех хорошее настроение дневное. Макс отдыхает, Белый вот со мной гуляет. О, Алиса тоже отдыхает, да? У нее свои дела. Что такое? Это она мне или тебе? Алиса! Алиса! О, иди сюда! Оп! Надо пойти на кухню. Занята. Так. Алиса. Не кусаться, не кусаться. Да что ж такое-то? Белая, ты зачем так садишься к ней спиной? Белый сам с ней хочет поиграть. А у нее игры специфические. Оп. Самое интересное, что она его даже не укусила. То есть это... Да, Белый. И опять. Странные игры. То есть она его даже не прикусывает, просто чуть-чуть, чтобы он убежал. И потом за ним бегает. Сейчас посмотрим, как это будет продолжаться. Царь горы. Алиса, он уже ушел. Прическа всем твоя нравится, вот такая. Вот так. Алиса. А Алисе очень нравятся замерзшие лужи. Сначала Алиса рядом со мной так же ходила. Теперь Алиса сама по себе, ты ходишь. Вас по меньшинству. Кто самый младший, тот так и ходит. Ой. Ой. Ой, что такое? Лапку. Куда ты пошла там? А, вот так вот она пьет. Смотри, упадешь. Весишь, как гиря. Какая злая дамочка. А ты ее провоцируешь? Провокатор маленький, белый.